Жители региона продолжают соблюдать режим жесткой самоизоляции. Строго выполняет предписания и двукратный чемпион России по мини-футболу Евгений Мишарин. В домашних условиях он систематически поддерживает физическую форму. Но в преддверии 9 мая именитый игрок не смог отказать себе в удовольствии принять участие в челлендже «Победные 75». Великая Отечественная война стороной не обошла и его семью, а именно прадедушку Александра Михайловича Шубина. Когда 22 июня началась война, то есть 23-го, уже ему пришла повестка, и он как бы отправился служить на фронт. Он был водителем автомобиля, то есть перевозил снаряды, патроны раненых, дошел до Праги. Как вот мама тоже расскажет, что о войне вообще особо не любил говорить, что это такое, как бы, ну, такой осадок, тяжелое очень время, ну, это все само собой понятно. Праздник Великой Победы исторический центр Тюмени традиционно превращался в спортивную площадку со множеством турниров, велогонкой и заплывом моржей по Туре. В этом году 75-летие главного дня в истории России предстоит отпраздновать дома. Но запланированные турниры обязательно состоятся в региональной столице после окончания режима повышенной эпидемиологической готовности. Все плановые мероприятия там областного, муниципального уровня будут проведены. В том числе и в первую очередь, наверное, те мероприятия, которые посвящены 75-летию Великой Победы. Соответственно, у нас вообще весь год 20-й объявлен президентом годом памяти и славы. И пол мероприятий к юбилею Победы он не ограничивался лишь только маем месяцем. Возвращение к всероссийским соревнованиям запланировано через 2 месяца, после снятия ограничений на тренировки и групповые занятия.